Скажите, после лучевой терапии начались месячные, то есть восстановление его. Скажите, сколько времени он может налаживаться? Мне 45 лет. Но дело в том, что 45 лет – это как раз тот период, когда может наступать менопауза. То есть ранняя менопауза до 40 лет. После 40 лет это считается нормальная менопауза. И мы не знаем, будет ли цикл восстанавливаться, не будет цикл восстанавливаться. То есть вам просто необходимо сдать кровь на ФСГ и посмотреть уровень ФСГ. Если ФСГ высокий, то, скорее всего, через несколько месяцев вступите в менопаузу. Если он невысокий, то есть он нормальный для вашего возраста, то, возможно, вы еще променструируете несколько, ну, лет. Однако регулярность менструального цикла, особенно после применения вот этой радиотерапии, то есть облучения, после химиотерапии, вообще может не налаживаться, то есть он может быть нерегулярным, поэтому тоже это необходимо понимать. Ну и следить за этим, то есть смотреть, я не знаю, что именно вы лечили, но следить за состоянием эндометрия и делать периодические УЗИ.